Я хочу сумку из 4 Нет, предметов. Сначала микросхемы. Ты просто не представляешь, что это. Смотри. Блин, а кто там за медведя отвечает? Напомни, пожалуйста. А ну-ка, брысь. Ну, привет. И все вы, наверное, знаете, что я без ума от игрушек. Собственно говоря, так оно и есть. И мы пришли в тайкун магазина игрушек. Вот. Собственно, я очень счастливая. Я счастливый человек. Ой, я могу даже заблокировать Лану. И Йоши тоже. Сейчас я тебя сама заблокирую. И Йоши сейчас всех заблокирую. Ясно. Это знаете, когда очень сильно уже кто-то тебе надоест, и ты его уже, ну что делать? Ну что, давайте я заблокирую тебя, потому что что-то приходишь в мой дом. Я Йоши заблокировала и не могу разблокировать. Йоши, стой. Ты нормальный человек. Все нормально, там просто нажать, просто нажать, и все работает потом. Ульян, а когда ты говорила то, что любишь игрушки и все такое, типа, я думал, знаешь, было бы круто, если бы в тебя кто-то кинул всеми твоими игрушками прямо на камеру, прямо сейчас, знаешь, так, прям, и ты оказалась бы просто в игрушках, как, знаешь, в мультиках, типа, этот ученок, этот Скрудж Макдак плавал в деньгах, ты могла бы в игрушках, так, знаешь, просто... Слушайте, а это ведь, ну, многие, наверное, когда смотрят этот мультик, они так или иначе мечтают в чем-то окупаться. Вот для меня как раз-таки золотом были бы игрушки. Я бы с удовольствием прям нырнула в бассейн с игрушками, и там бы осталось жить. Так, Ульян, это мягко, это удобно. Смотри, смотри, фокус, вот сейчас стоят покупатели, вот я подхожу и продаю им. О! Чего? Я наняла Лану, а если бы я ее заблокировала, она не смогла бы... Наверное. Она бы как минимум обиделась. Вот смотри, вот я не подхожу, вот я... А вот Ёж теперь продал. Ха, мы работники твои. Опа. А вы сможете у меня деньги воровать? Кто мне скажет? Деньги вряд ли. А это куда нести, Ульян? Это вот сюда, вот сюда. Вот это у нас перерабатывающий пункт. А, все, понял, все, вижу, все. Опа, Ульяна, я тоже могу носить коробочки. Слушайте, нормально так. А давайте тогда я буду делать апгрейды, потому что... Можешь сделать чай пойти пока, можешь пока игрушки собрать, там, показать игрушки еще раз, в очередной раз. Можешь, я не знаю, в принципе, смотреть на комп издалека, знаешь, просто встать у стенки и стоять смотреть. И я думаю, мы справимся все равно. Ну, это, конечно, хорошо, но мне вот очень интересно... А зачем я это сделал? А, видимо, еще нельзя, да? Я просто построила пластиковую штуку. Не выбрасывай! Ёлки-палки! Поздно, все. Лан, скажи, пожалуйста, ты сможешь своровать мои деньги? Сейчас проверим, сейчас проверим. Так. Ага! Интересно. Нет, не могу, у меня 0 долларов. Вот сюда. Ой, блин. Вот на эту штуку нет денег. Ульян, они исчезли, но кажется, они добавились тебе. Смотри. Ну, у тебя 0, поэтому явно Ульяне. 575. А, да. Да, действительно. Капец, Ульян, ну все, иди, можешь пойти отдохнуть. Да как можешь же, пока нет, сделать чай конвейер. Себе, реально. Чай я буквально... Ну нет, я давно, наверное, пила. Я не помню, сколько времени, господи. Я потеряла счет времени. Не знаю даже. Ну нет, так некрасиво, знаете. Все-таки я владелец этого тайкуна, но как-то мне совесть не позволяет уходить куда-то. Тем более мне очень нравится сам процесс, понимаете? Обожаю. Мне очень нравится. Смотрите, я иду, делаю апгрейд. Нет пока денег. Что? Какая-то деливери у нас тут. Доставочка получается. Да, а да, что, да. Чего доставка? Вон, я вижу, вон, доставочка, так. А что тебе привезли, прости? Я не знаю, я не понимаю. Что это такое? А я не могу, а что? А мне ничего не дают. А что делать? Может, можно что-то загрузить туда? А, это, наверное, можно что-то загрузить туда, действительно. А, кубики, Ульян, кубики говорят, грузи скорее. А, я думала, я должна их купить. Не-не-не, грузи их. Так, иду. А мы только кубики продаем, и все. А это пока у нас денег нет на новые товары. Вот здесь! У тебя есть 700 долларов? Купи вот это. Да, вот. Прошу. Ты просто не представляешь, что это. Смотри. Там же я могла прочитать. Ничего себе, уточки. Они крякаются. Так, а куда это мне нести? Туда, наверное, да? Наверное, да. Слушай, ну для уточек нужна другая полка, мне кажется. О, боже, да. Я, да. Вот она здесь, Ульяна, 800 стоит. Вот ты можешь уже купить. С обратной стороны. Блин, покупай. Да я немножечко путаюсь. Я просто не знаю, что лучше апгрейдить мне. И поэтому, ой.
Поэтому я немножечко так, знаете, в растерянности. Я жду, когда можно... А-а-а, это же для уточки! Блин! Ой, ребята, смотрите, у нас уже разрастается наше производство. Мне это нравится. Прям... Да, причем быстро довольно. А как, интересно, улучшить мой рюкзак? В смысле, то, сколько я могу носить. Потому что 3 штуки меня не устраивает. Ульян наверху. 2000 стоит, правда. 300 робуксов. В смысле? 2000 денег. А, да? Так, ну у меня, к сожалению, не хватает денег, чтобы улучшить свой рюкзак. Поэтому придется пока что так мучиться. Да ладно мучиться, все равно все вроде как адекватно. Ну это же долго, ты идешь эти 3 штуки туда. Вот давайте, а что лучше сейчас апгрейд делать? Чего? Может быть, полок? Давайте полки улучшим. А что именно? Может быть, уточек? Потому что их как-то более, ну, как-то удобнее, мне кажется, нет? Ну, возможно. И вроде покупают они уточек хорошо так. Давайте возьмем. Да, они все хорошо покупают, ребят. Да мы сейчас... А, мы это можем улучшить. Давайте это улучшим. Максимальный уровень. Все. Ага. Бесподобно. Слушайте, ну да, логично. Я просто хотела сказать, что у них теперь есть потребность в уточках. И я думаю, ну действительно, как мы же купили уточки, соответственно, они должны их покупать. А уточек на доставку не надо? Очередь. А, доставки пока нет. Да, пока еще никто не приезжал. Да, кстати, впервые к нам приехали. Кто-то приехал. Это хорошо. Блин, была у меня история про уточек, я хотел рассказать. Ульян, вот помнишь твой подарок на Новый год мне, уточка дьяволическая? Конечно. Ну, короче, ты поняла. Вот, короче, рассказываю. Мы когда были с Ланой в магазине, ну, Лана еще может туда сходить, книжным, вот, там была огромная коллекция уточек разных. И даже это была... Блин, слушай, я на самом деле голову сломала, где, ну, когда я покупала, где я могу купить такую вот классную уточку. Я просто не могла найти. В Сербии, да. Теперь-то я вижу. Блин, собираемся и к Лане. Да, у меня такая же проблема. К Лане, да, можно. В принципе, наверное, можно. Ну, купите, пожалуйста, буквы. Сейчас они обойдут. Буквы? Это кубики, Ульян. Ну, с буквами же. Ну, это кубики. Ну, с буквами же. Да. Все. Блин, я постоянно, я наступаю на то, чтобы забрать деньги и апгрейд сумки моей вылетает, и меня это немножечко, чуть-чуть прям совсем раздражает. Mm-hmm. Прям навязчиво так. Хотят, чтобы я купила этот апгрейд. Да я здесь работаю, ты чего хотела? Ты деньги я не забрал, что ты там работаешь. Да деньги. Я кого там не было денег, я только пришел, обслужил клиента. И деньги. Вы чего вы на меня наговариваете? Я отличный работник. Так я вот он тебе Ланы заплатил. Отпахал у Ланы, знаете как? На помодорах так отпахал. Капец. О, а это что такое? Стаффинг-продюсер. Это будет следующая машина. Тедди Бэр. Ясно. Ой, а что это блестит? Это что такое? А нам сюда нельзя еще или можно? Это какая-то машина, игровая машина, купить доску игровых машин. Это знаете, что сейчас было? Это сейчас было название на Алиэкспрессе. Да. Игровая можно машина, купить доску, ребенок, велосипед, доска. Я начала переводить в обратном порядке, я не виновата. Для женщин, да, вот это вообще шок. Каждый раз смеюсь. Так, а что я должна купить? А, вот полка. А нет, а где полка для той штуки, которую я купила? Так вот там, Ульян, вон она. Вот это. А, это она. А, почему? А, это машина, стоп, это не полка. А почему? А что это такое? А, это же пух, это же синтепон, наверное, для того, чтобы, да, конечно. А, ну да. Так, полка потом, сначала машина, потом полка, логично. Да. Да, давайте купим. Да. Я что-то не хочу ничего абсолютно апгрейдить, почему-то мне нравится что-то новое покупать. Это, наверное, плохо, но... Да нет, сейчас, почему? Все, сейчас буду апгрейдить. А чем плохо, прости? Новое — это тоже здорово. Ну, вообще, да, лучше полку вот ту вот. Да, полку надо точно купить, это точно. Ладно, подождем с апгрейдами.
Ну, давайте, ну. Знаете, вот один минус есть, что покупатели очень долго отдают мне деньги. Долго. Я вот сколько стою, и они пока... А, ну, с другой стороны, они ищут, наверное... Ульян. Посчитать надо еще. Складывают, да, 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 все верно. Одна уточка. Или, знаешь, что-то вот ищут там одна карта, другая карта, забывают, что Apple Pay не работает. Такой, да где же моя карта, запропастилась, там вот это вот, знаешь, все такое. Поэтому ты не переживай, не переживай. Отдадут... Не так быстро, как хотелось бы, но отдадут. Да. О, мишки, а я их не видел даже, капец. Так для пока них что нет. Полки еще нет. Да, полки, пока нет денег. Ой, главное случайно не купить апгрейд, опять же, моей сумки, потому да. что она ага. стоит 2000. Давайте вы тогда забирайте лучше деньги, потому что я постоянно хорошо. На нее наступаю. Слушайте, у нас прям такое налаженное производство. Ой, куда я иду? О! О, так можно было? А, да. Ничего себе. Так, куда миксовать, сюда? Если вы об этом, то да, конечно. Да, прикольно. Блин, да. прикольно. Я думала, что нельзя так. Запутаюсь или еще что-нибудь. Ну, я уже сотрудник опытный. Я уже такое у Ланы в магазине mm-hmm. видел, поэтому как бы да. Я, правда, не знаю. Может быть, чуть дальше нам можно будет это сделать. Сотрудник месяца. Я думаю, мы сделаем его Йоши, потому что... О! Потому что, да... Йоши хорош. Ха, хорош. Ясно тебе, Лан. Вот, халявила, а я отрабатывал. Нет, Лана тоже хороший работник. Ну, просто мне жалко, что ты вот так много знаешь, вот так вот хорошо работаешь, и получается никакой награды. Можно, пожалуйста, так, купить? Так, Ульян! Уточку? Пора! Ян! Пора! Сейчас увидите! Она мне... О, все. Ян! Да иду, 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 я иду. Ян! А где? А. Ну, куда ты идешь? Развернись. Я думала, ты идешь туда, куда надо. Оказалось... О! Вот. О! О! Сразу медведи. Приехала машина. Купи машина, медведя. Машина, 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 машина. Машина? А что туда а надо? А что хочет машина? А уточки не нужны случайно? Нужны уточки и буквы. Коробки. Несу. Но надо еще... Несу уточки. Надо это еще как-то их приготовить. А я из полки почему не могу взять? Слушайте, вот это вот плохо оптимизировано, конечно. Мне не нравится. Потому что если есть... Хотя то для покупателей, наверное, да? Ну, логично, да ладно. А, нам дают аж 10 минут на это. А, ну да. Тогда нормально. Тогда все в порядке. Одна уточка, ребят, не жестите, одна уточка и все. А, серьезно? Ну, я иду тогда. Вот, Ульян, неси ее. Блин, взяла вторую случайно. Но они не возьмут больше уточек, чем надо, так что все нормально. Ага. Там еще один кубик, ребят, один да, кубик. Блин, опять две, да что ж такое? Ребят, посмотрите, кто-то скупил всех медведей. Ужас. Ну, точнее, здорово, я пойду сделаю еще. Ничего себе, тут гора медведей, смотрите. Вот это да. Смотри, так, сколько он заплатит за это? О, Ульяна! Какая столько денег, это с одного заказа. Сколько деньжищ. Да, а ну-ка, давайте смотреть. И давайте. Ульян, ты можешь апгрейдить что-то? Давайте. Или купить что-то новое, наверное, или нет? Или купить что-то новое. А есть что-то новое что у нас тут? Есть. Какой-то электрический продюсер. 600? А, да, подожди, давайте... половина уже, нормально, давай подождем, давай подождем. Я думала апгрейд, нет, не хотите? Да ну, сейчас почти полностью уже можно будет купить, смотри, сколько у тебя там? Ну пока нисколько, они не дают мне деньги, да, не так да. ты забери Ульян, деньги, деньги-то лежат же, рядом. А, блин, да я забываю. Ты капец. Ого, 5000, я тебе говорю. Вот покупайте больше наших чудесных плюшевых Ой. Медведей. Они, они удаляют да, они все неприятные эмоции с вашего лица. Вот вы грустите. А они все, говорят, не грусти. Забирайте, срочно берите как можно больше наших чудесных медведей. Смотри, Ёши, правда разбирают. А я говорю, главное, хороший маркетинг. Ого. Так, 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 деньги, я смотрю, сколько здесь. 5600, 6100. Но давай. Все равно там же еще нужно. Ну да, давайте посмотрим, что давай. Это. Давай, давай. Это чип Дейл. Получается деньги. Так. Что это? Чип-чип-чип-чип. А, я думаю, это микрочипики вот эти. Да, да. Ну да, это да, да. будут роботы. Это симка. Симка. На симку похоже. И нолик. Это нормальная шутка, конечно, да, нормально. Но я на самом-то деле не назову это шуткой, у меня иногда просто какие-то странные вот наподобие этих, да, ассоциации вылазит, и я ничего не могу с ними поделать, они просто забавно. Те, кто понял, тут понял. В общем, да. Но зачастую я это объясняю, поэтому в любом случае вы поймете. Я сейчас все поняли вообще-то. Да? Ну, вдруг кто-то не смотрел этот мультик. Слушайте, вы знаете, мне так нравится, когда
когда такая гора всего у покупателя, смотрите, прям вот до потолка. Если бы у нас, конечно, был потолок, то там точно было бы до потолка. Может быть, мне взять апгрейд? Давайте я сделаю апгрейд сумки. Нет! Нет! Я хочу сумку из четырех предметов. Нет, сначала микросхемы, под какие сумки, руки. Ну и пожалуйста. Ну мы же тут работаем, надо все-таки, Ульян, как-то, так сказать, ну, да, поощрять наши желания тоже, как работников. А мы хотим больше работать, да, Лана? Да, очень хотим больше работать. Вот. А почему тогда медведей у нас нету? Я вот так вот на тебя столько серий отпахал. Вон там вот. А в смысле медведя нет, сейчас будет. На полке, ну все, я уже туда поставила. Ну, сейчас я еще больше поставлю. А давайте каждый будет отвечать за что-то одно, пока у нас три. Я медведи. Хорошо. Ну, хорошо, я уточки тогда. Ладно, уточки я тебе уже доделала, блин. Я помогу тебе. Так, ну что, ребят, у нас есть деньги. Соответственно, мы можем купить по... Я что сделала? А, нет, все правильно. Все правильно? Все правильно. Я немножечко в этапах запуталась, все нормально. Это машина, которая у нас перерабатывает эти симки. О, это робот! Да, только, Ульян, тебе нужно еще 6. Да, пока некуда. Ну, зато мы узнали, что это такое. Как бы, ага. О, боже мой, я тут пока всеми делами занималась, у нас тут медведей нет. Подожди, подожди, подожди. Я Ульян, а кто там за медведя отвечает? Вообще-то, напомни, пожалуйста. А ну-ка, брысь, это мое... Не туда пошла. Это мое, иди там к уточкам своим. Уточки, да. Они полные, потому что... Я ответственный. Так я же еще деньги забираю, отпускаю покупателей, потом еще слежу за тем, что купить нужно. Ага, вообще-то. У меня тоже очень понятно. Много функций. Ясно. Так. Когда купишь уже стеллаж? Да вот скоро, вот почти. Покупай. Уже 4000 осталось, и все, куплю. Все будет. Так, ребят, мы буквально немножечко тут зарабатывали и... Заработали. Ага. Вот, я покупаю... Ага. Ну, покупаю кнопочку, хотел сказать, полочку. Полочку для роботов. И, кажется, мы должны больше зарабатывать. Блин, а ничего себе. Какие они классные, глазастые, капец. Как теперь это все успевать? Я не Надо знаю. Надо больше сотрудников. Нужно больше сотрудников. И я, знаете, наверное, куплю все-таки багаж себе. Ага. Хочу. Ага. Уже можешь себе это позволить. Ну ладно, больше не буду. Слушайте, ребят, вы знаете, мы как-то уже плюс-минус наладили свое производство. Красивенько у нас тут все, и много игрушек, разновидностей всякие разные. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Я с удовольствием продолжу в следующий раз, а на этом все. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жать на колокольчик, и всем пока. Пока! Пока!